Это за херня вообще. Блин, ребята, неужели я держу эту вещь в руках? Это просто что-то. Это вещь, квадратная монета Украины. Я зашел к моему другу, канал «Лавка удовольствия». Ссылочку на него я оставлю в описании. Наверняка вы видели, у меня есть с ним ролик. Тоже будет сейчас в подсказке ссылка на тот ролик. Посмотрите, пектораль. Пока, к сожалению, такой монеты у меня нет. Но я считаю, что это очень красивая вещь. Действительно, настоящую пектораль, даже копию, не каждый человек может себе, ну, ресурсу позволить даже увидеть. Вот. Огромная такая коробка, бархатная сделана. Давайте откроем. Легко открывается одной рукой, прям как MacBook, знаете. Здесь мы видим сертификат, в котором указаны характеристики данной монеты, подпись главы Национального банка. На самом деле сегодня у нас поменялся глава Национального банка. Теперь он с фамилией Шевченко. Довольно интересно, много уже шуток на эту тему, что теперь банкноты с Шевченко будут с подписью Шевченко. Довольно интересная такая ситуация. Тут мы видим описание на двух языках, на английском и на русском, истории появления, находки данной пекторали. Вот у нас такая замечательная коробка с золотым тиснением. Характеристики, тираж данной монеты или данного подарочного набора. Ну, будем считать, что это монеты, квадратные монеты. Впервые в Украине появились такие квадратные монеты. Интересно, просматриваются ли водяные знаки на этом сертификате. Интересно посмотреть. Нет, никаких водяных знаков нет, к сожалению. Но было бы интересно, если бы сделали водяные знаки. Вот мы видим сама монета. Она состоит из четырех вот таких вот квадратиков. Она серебряная полностью. С другой стороны, просто невероятное золотое тиснение, золотом покрытым, сама пектораль. Вот она, получается, объединена четырьмя вот такими монетками. На самом деле, было бы, конечно, интересно ее приоткрыть и немножечко подвигать, поиграться этим пазлом. Но, наверное, Саша мне не разрешит это сделать пока в этом ролике. Абонент не звонит. Вот, мы видим указано золотая пектораль, название на каждой монете, вот, кроме вот этой главной. Тут у нас год указан год чеканки золотой пекторали. Замечательная вещь, просто очень приятно держать в руках. Саш, как тебе, когда ты получил данную монету? Это двоякие чувства, на самом деле. Я себе не представлял ее такой огромной, вот. И, ну, кайфовая, кайфовая, ничего не скажешь. Реально, держишь богатство. Богатство. Как думаешь, она у тебя останется в коллекции или, возможно, пойдет я дальше? Я уже на нее столько людей попросили. Кто первый перекинет деньги, тот и станет счастливым обладателем. Ребята. Так, сколько у меня с собой денег, давай посмотрим. Да нищий, я видел, когда ты кошелек так, открывал. Сколько, там... Мало. Ну, мало, ладно. Хватает. Давай поторгуемся, давай, сколько ты отдашь мне? Тут 3-5, нет, ладно, я все безналичный расчет, он есть карточки, пожалуйста. Так что у вас есть возможность приобрести такую пектораль. Наверняка есть и на аукционах, на разных, и на Виолете. Уже 7300 я видел цену, даже есть 7300 цена. Ну, сейчас, да, это просто очень-очень крутая вещь. На самом деле у меня сейчас такой нету, не знаю, будет или не будет. Что еще можно по ней сказать? Насколько сложно было тебе достать? Ты сразу приобрел ее или нет? Или была какая-то история с ней связана? Я сразу попросил, чтобы она у меня была моментально, как только она выйдет. Вот. Но получилось так, что банк ее выдал гораздо позже. Но суть не в этом. Суть в том, что все знают, что когда за нее торговались, она стоила одну цену. И в итоге аж практически 6 с копейками тысяч гривен она обошлась в итоге мне. Поэтому монета не успела еще попасть в руки, подорожала два раза. Вот такая история в этой монете. Честно, наверное, это все-таки сокровище. То есть это то сокровище, которое нам надо положить в свой какой-то сейф. Да, вот такой вот, как у меня для орденов, для медалей, видишь? Ага. Вот такую вот штуку. И она должна храниться где-то на полке. Можно даже какую-то подставочку себе сделать, да, так пектораль. Да, ну, да, ну, да. Вообще очень огромная штука. Посмотрите, как красиво прорисованы персонажи, эти животные. Это как грифон, да, или кто, ну, я даже не знаю, угу, кто это. Вот, у нас вот есть золотая монета пектораль, которая стоит 70 тысяч гривен, например, да. Вот она, вот это копия этой монеты. Вот, пожалуйста, пектораль.
Но она грубенькая. Ну, это китайская копия. Ну, понятно. Да. Вот. Но вот такая монета в золоте стоит очень дорого. И кто может себе позволить вот просто взять там 100 тысяч рублей? Сколько? 100 тысяч, там 70 тысяч гривен. Серьезно, то есть, да. Ну, может, по золоту она, конечно, подешевле. Угу. То есть, 60 тысяч можно купить. Угу. Но эту, за эту сумму, там, даже за 7 до 10 тысяч гривен, вполне реально приобрести и радоваться. И, конечно, было бы здорово, чтобы такое сокровище делали уже и на других монетах, более доступных, ну, которые да. выходили. На гривне. Представь, на гривне с таким сокровищем. Да. Судя по тому, как ты рассказываешь взахлеб, у тебя сразу предложение. Ты у меня покупаешь эту монету и идешь в розницу тратить вот по отдельности этими частичками и снимать реакцию. Так, ну я бы себе... Реакция будет такая, что это за херня вообще? Желательно тратить в нашем магазине. Ага. Друзья, я это видео записывал с лавки удовольствия у Александра. Ссылочку на его канал я оставлю в описании. Здесь очень много всего. Заглядывайте в гости, передавайте привет от канала Монеты Украины. Фартовый коллекционер. Здесь наверняка вам улыбнется удача. Вы выберете себе что-то, то, что будет вас радовать, то, что дополнит вашу квартиру или ваш дом по декору, потому что огромное количество всего. И, конечно же, самовары, с которых реально можно прям готовить и пить чай. Я думаю, мы обязательно это попробуем как-нибудь как похолодать. Жду сейчас, вас. Сейчас слишком жарко для чая. Сейчас только виски со льдом. Да. Все. Ну что ж, друзья, всем пока, удачи, ставьте лайки, поддержите мой канал, поддержите канал Александра. Всем пока. Увидимся.